Здравствуйте, вы на канале Принцесс Милана. Сегодня мы будем открывать эти 4 посылки. 2 маленьких, ну, 1 средняя и 1 большая. Давайте же отложим 3 в стороны и откроем первую. Я буду открывать по росту. Первая маленькая вот эта посылка. Я уже чувствую то, что там что-то твердое. Давайте же вскроем ее с этой стороны, потому что я уже вижу, что-то там танчит какая-то лента. Я ее оторвала. Тщательно, конечно, она запакована. Что это такое? Ой, что это? Пахнет, вообще воняет. Я раньше, она прям так, тут написано что-то, я не понимаю. Она прям так эффективно делала, будто это свечка. Ну что это вообще? Это очень воняет. Это лизун? Мне кажется, лизун. Смотрите. Оп, оп. Кажется, лизун. Будем считать, что это лизун. Он такой вонючий и прикольный. Это, мне кажется, овечка. Ну да, это овечка. Все, я уже тут вонять, я не могу. Это лучше отложить в сторону. Мне от той штуки придется руки мыть 3 раза или даже 10. Вот это теперь откроем. Это уже какая-то белая посылка по цвету. Это уже украшение. Вот такая вот пандочка. Очень красивая такая. Я с папой будем думать под этой пандой, разыграть либо ее, либо не разыграть. Очень прикольная пандочка. Возможно, если мы ее разыграем, то вы ее получите. Вас пандочка целует, если вы подпишетесь. Спасибо. Откладываем ее в сторону. И давайте же прицепим в следующей посылке. Очень интересно, что в следующей. Вот это. Там точно не для меня. Но для моего брата младшего. Я точно не знаю. Что там родители по нам заказывали. А может, это даже мне. Тут скотч. Но это наверняка... Это для меня было. Представляете, это для меня. Начну я с этого. И это такая милая сова тачилкой. Очень прикольная. Очень милая, кстати. И давайте же откроем этот пакет. С котиками. Это самое главное. Котики. Так, это уже. Первый кот. Это вот такой кот. Мне кажется, они одинаковые. Это коричневый кот. Все, ручки улетели.
делать, ручки летели. Но я видела, там были все одинаковые. Поэтому их нечего смотреть все равно. И давайте же откроем последнюю, самую удивительную посылку. Вот эту. Так, ее откроем аккуратно. Я уверена, что там что-то очень интересное. Так, как же это? Опа. Давайте начнем с этого. Так, что это такое? Моя мама себе новую тряпку заказала. Вы не представите, это пенал. Он вот тут завязывается. Очень прикольный, красивый пенал. И туда 48 по месяц. Карандаши, либо ручек. Этот пенал я не буду закатывать. И пока, ну, отложу как. И вот тут еще кое-что есть. Давайте же это распакуем. Что это? Тут скотч. Ой. Вы не представите. Тут карандаши разных оттенков. Вы не представляете, насколько я люблю разные оттенки. Можно, тебе понравился один оттенок, ты раскроши ему, который надо. Тут фиолетовый, синий, серый даже. Представь себе, даже серый. Даже оранжевый. Даже не представляю, какой цвет. Даже вот такой есть. Ну, как бы. Который я кожу раскрашиваю вот обычно. Как цвет, забыл, как называется, напишите в комментариях. Тут и много и всяких зеленых карандаши. Тут и салатовые, и коричневые. Так, это не золотой. Ну, вроде даже золотой есть и серебряный. Очень классные карандашики. А тут уже, кто-то, ну, типа, нарисовал. Это акварельные карандаши. Сорок восемь цветов. И, кстати, я кое-что увидела тут. Так. Да что ж она не достает? Это кисточка. Только ее надо помыть, чтобы она стала мягкой. Ой, все. Вот такая кисточка. Очень прикольные карандаши разного оттенка. Ну, даже черный тут есть. Я не понимаю, два одинаковых, они разные вроде. Ну, ладно. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. И нажми колокольчик, чтобы тебе приходила надпись, что на моем канале вышло новое видео, чтобы ты ни одного не пропустил. Всем пока!